Витрины создателя. На границе миров всегда два знака. Оба держатся за свое. Надо понять, что делать и как. Нужно установить равнение только мое. Люди по разные стороны. Два знака разделили мир. На две части разделена и страна. Разный у людей ориентир. Настало время единения в духе. Единение — это жизнь или смерть. Преображение людей не слухи. Кто-то на небо, а кто-то на твердь. Разделение принципиальное. Кто-то с Богом, а кто-то во тьме. Все поменяется кардинально. Разгорается свет во мгле. Свет — это души людей. Свет, который откроет завтра. Поверьте, это Богу видней. Шестой эпохи проявлена правда. Люди имеют от меня право. Создатель дает возможность. Надо сказать людям всю правду. Не должно быть никакой сложности. Пятая раса жила во лжи. Главная ложь — это религии. Создатель очищает людские души и снимает с людей вериги. Людей ждет духовное очищение. В новой эпохе не будет обмана. Люди готовы к иным ощущениям. Будет божественная, наконец, прана. Люди шли к очищению долго. Выдержали все, даже Россия. В прошлой жизни не было толка. Люди не поняли смысл своей миссии. Напрасно думают, что все это Создатель. Создатель дает вам направление. Люди поняли, что они Созидатели, что Создателя они все проявления. Миру суждено измениться. Начало отсчета теперь Россия. Людям пора к новой эпохе готовиться. Тогда и исчезнет вечная грусть. Люди смогли создать целое. Мечта людей сбывается. Люди теперь братство белое. Новый мир вам уже открывается. Для новой Руси не надо много. Власть предала идею России. Главное теперь для вас Бога слово. Управлять будет пророк или мессия. Нельзя отказаться. Это судьба. Все давно решено небом. Это совершенно новая для людей стезя, утвержденная белым светом. Шестая эпоха — это нейтральность. Люди примут слова Создателя. Не будет слова «национальность». Люди будут все Созидатели. У руля будет Создатель внутри пророка. Для людей главное — совершенство. Шестая раса запомнит этот урок. Нейтральность и любовь, главенство. Подготовлена программа развития, в основе которой лежит матрица. Россия покажет новый смысл бытия, первая в новой истории страница. Аминь. Отец Абсолют. 11 июня 2021 года. Катрен. Подготовлена программа развития.